Привет всем снова. Начинаю сегодня влог с себя. Там уже Дима, кстати, бегает, носится. Сегодня он второй день уже хулиганистый у нас, да? Что там такое, сына? Вчера Димочке сделали прививку мы, вы видели. В пятницу мы пойдем снова, там ее проверят, эту прививку. И какие-то капельки. Не помню, какие капельки. У них такое название интересное у всех. Сегодня с утра уже встала, перемыла всю посуду. Вчера мы встали очень рано, мы вчера встали, наверное, часов 7 утра, да, я вчера проснулась. 7:30, наверное, мы где-то встали. Вообще прям не выспался. Вчера вечером я уже просто начала вырубаться. Время там что-то 7 вечера, а меня, короче, вырубают прям вот так вот. Вот все, думала, я сейчас усну, не додержу. Но тем не менее, я вчера смонтировала за целый день в обед и вечером 7 роликов. Я думаю, блин, Наташа, это супер. Все-таки я это сделала. Осталось уже совсем чуть-чуть. Да. И записываю уже следующие. И снова следующие. Я чувствую, что я себя отдаю полностью просто YouTube. Практически там. Воспитание ребенка и YouTube уже прям полностью. Если раньше там как-то вообще было нечего снимать, то сейчас уже куча всего. Чего ты лезешь ко мне? Интересно, что там мама делает, а? Что там делает? Что там такое? Скажи, ну что же это такое там, мама? Чем занимается, ты скажи, я не пойму. Мое отсутствие, скажи. Да? Дима сегодня в новой кофточке. Красивая. Ну, в принципе, вы вчера видели ее, по-моему, показывали. Такая классная кофта, мне так нравится. Мне нравятся вот рисунки вот здесь вот. А вот здесь вот рукава вот эти вот, они... Покажи, тут вот полосочка есть. Как будто майка, а под майкой кофта. Мне не очень, кстати, вот нравится. А вот как рисуночки на ней, мне нравится, да. Да, Диме сделали прививку, теперь купаться нельзя. Позже я... Да, надо было перед прививкой искупаться. У него волосики, видите, уже лежат. Уже хорошо так лежат, уже как это, как ее, каре на ножке. Да? Сразу ложатся. А вот голову помоешь, и все, они уже это такие кудряшки. Ну, там, правда, надо еще пошурстить. Как же это называется? Не пошурстить, а что там надо сделать? Поколдовать. Поколдовать, чтобы они были кудряшками. Да? Да. О чем я там говорила? Я уже забыла, по-моему, да? О чем мы с тобой говорили? Папугой. Сейчас ты там шлепнешься за батареей. Да? И застрянешь там. Там застрянешь. Да. Опа, это пузико. Ты застрянешь. Короче, забыла я, о чем говорила, как всегда. Я чувствую, да, мне нужна, знаете, такая штука, какой-нибудь экран, где я что-то говорю, а там, допустим, эти слова сохраняются. Потом так, хоп, на эту штуку. Так, о чем я говорила последнее слово там? До какой-то там болтовни. А, вот это, все, вспомнила, пошло дальше. А, YouTube, да. Точно, YouTube. Полностью, да, я себя отдаю. Если раньше, допустим, я помню, когда только начинала, я думала, блин, что заснять, а? Так, буду снимать влог. Там, засняла, выложила, там, через несколько дней понимаешь, что нужно снова какой-нибудь влог выложить. Думаешь, блин, какой, что заснять, как заснять, там. Ну, не как, а именно что, чтобы было интересно. Они еще у меня были в первое время очень длинные, они были по 30-40 минут, там, даже час. Вот, то есть такие вот прям длинные, никто толком там не смотрел. Было 1, 2, 3, там, просмотры, потом 5, потом там чуть больше. Год пройдет, думаю, и станет все полегче, роликов будет поменьше, но, блин, их столько много, это кошмар. И я понимаю то, что я начинаю придумывать уже что-то новое, но записать я это сейчас не могу, потому что их битком просто, их просто битком. И там буквально вот на днях, вы видели, наверное, у меня вышел целых 4 ролика. Я вечером заглядываю, думаю, блин, а ведь у меня с утра, наверное, было 2 ролика. Думаю, я еще ведь вечером выложила 2 ролика. Сейчас смотрю, блин, они целых 4 ролика вышли. Я думаю, ну это вообще, думаю, кошмар. Это либо растягивать надо на несколько месяцев вперед,
либо вот так вот выкладываешь. Ну, смотрю, просмотры есть, вроде так немножечко. Я думаю, ну, слава богу, хоть посмотрели. Вот. Вот так вот, да, Дима? Ладно, мы сегодня с утра я уже перемыла всю посуду. Вчера мне было некогда, вчера вечером я уже вырубала, засыпала. Встали рано. Сегодня с утра всю посуду перемыла. Чистенькая у меня наконец-то, благодать, хорошо, так все. Вот, на обед у нас будет творожок, кстати, с Димочкой. Опа. Вот он, творожок. Пахнет обалденно просто. Вот сидишь вот тут рядом с творогом, прям шикарно. Вот здесь у меня, кстати, моя лампа. Вот она. Там цветы и так далее. Куча-куча всего. Вот. Чуть-чуть осталось. Чего осталось чуть-чуть? Ладно, будем делать дальше наши дела. Сколько там времени уже? 6 минут уже болтаем. Будем делать наши следующие дела дальше. Не знаю, сейчас, может быть, мы с ребенком с утра позанимаемся по нашей новой игрушке. Сейчас вам, кстати, покажу. Я уже показывала, покажу снова. Вот, и посмотрим, что там буду дальше надо. У меня куча дел, мне еще надо лук морозить. И, блин, все забываю. Мне уже муж вчера говорит, у тебя лук стоит там на подоконнике. Говорит, что ты его не съела до сих пор? Я говорю, его морозить буду, говорю, не трогай его. Вот как морозить, его надо есть. Я говорю, ну как на зиму-то надо заготавливаться. Лето, считай, уже там наступило, надо заготавливать теперь все на зиму. То мы с зимы там все кушаем, вернее, со следующего лета, да, с прошлого, вернее. А потом вот заготавливаем все заново, все на зиму, пока лук есть. В этот раз я с дачи очень мало чего-то привезла, лука. Там уже он в основном большой, а мне захотелось сорвать поменьше. В прошлом году я прям очень-очень много лука привезла. Тоже морозила. В этот раз тоже хочу вместе с вами заморозить его. Ну, что ты там? Ах ты, господи. Тио, что ты там цыкаешь-то? Ладно, пойдем мы. Пойдем. Да? Смотрите, у нас тут авокадушка. Ой, выросла, как смотрите. Посадила я ее в горшочек, не помню. По-моему, я вам даже не показала этот момент, не помню уже. Вот, и она уже, смотрите, такие листочки. Уже большие стали. Когда я сажала, листочки прям были 2-3 миллиметра. Батюшки, что-то у нас там оградили, смотрите. Изгородка какая-то. Что-то там делают. А, копают. Блин, опять копают. Со всех сторон уже во дворе перекопали. Асфальт нифига не кладут. Так, здесь у нас долларовое дерево. Ну, доллары, конечно, на нем еще не появились. Не знаю, когда появится теперь с этим вирусом. Там у меня вот эта ловушка для мошек. У меня мошки, кстати, я даже не знаю, чем их обработать. Кто знает, в комментариях напишите. Да, мои дебри. Такая красота. Я надеюсь, скоро Дима перестанет все это трогать. Я все это переложу к себе на подоконник. Обожаю, особенно когда цветут. Цветущие такие цветы. Обожаю прям. Кстати, напишите мне в комментариях, какие есть цветы, которые цветут круглый год. Ну, хотя бы, допустим, зимой. А лучше всего круглый год. Блин, я вот хочу такое растение. Потому что покупаешь у бабушек, там, да-да-да, они цветут, все супер. Берите, да-да-да. Берешь, покупаешь домой, приносишь, он там отцвел и все, и сдох. То есть вот так вот. Еще там заплатишь. В прошлый раз была я, там, говорила женщина, 500 рублей стоит. Может, блин, нифига себе. Там, а что так дорого? Ну, еще горшок вот стоит. Думаю, блин, горшок 50 рублей стоит. В этом, в перекрестке. Думаю, какой 500, вы что? Ну, земля еще. Блин, ну, земля уж вообще. Ее можно бесплатно набрать где угодно. Вот. Ну, декабрист уже, конечно, не цветет, мой любименький. Он так свисает, смотрите, здесь клево. Мне так нравится. Вот этот тоже тут свисает чуть-чуть. Тут, вот, блин, они такие классные. У меня, знаете, мечта посадить в один горшок, кстати, по-моему, какой. А, и вот этот, видите, сбоку стоит у меня.
И это тоже немножко сбоку стоит. У меня мечта сразу посадить 3 цвета декабриста, и чтобы вот они вот так вот переплелись. Блин, и будет просто классно. Представляете, когда он будет цвести, будет и там красный, розовый, белый. Но я хочу синий, но синего знаю не существует. Ну, прям, ну, голубой какой-нибудь очень хочу. Их не существует. Я очень люблю голубой цвет и белый. Белый с голубым прям вообще обожаю. Вот.